Народ, всем привет. Приехал в дилерский салон Автогермес на Дмитровке. В общем, машину на гарантийное обслуживание там перепрошить. Мультимедиа на Android и тому подобное. Ну и походил по салонам. У вас Черри, в Ладу зашел, нафотографировал цены. Сейчас у нас 24 декабря 2001 года. Ну вот актуальные цены на сегодняшний день. Решил вам поснимать, сделать видео. Может, кому-то пригодится. Смотрите. Такие вот цены в автосалонах. У вас, Лада, Черри. Единственное, в салоне Черри не стояло семерки обычной, 7 Pro не было, а вместо 8 Pro пустое место. Менеджер сказал, только сегодня забрали. Вот, пообщался там с менеджерами, походил, спросил, допы или без продают. Все говорят, что машины без допов, не навязывают ничего. Но это только при покупке будет ясно. На салонах-то все что угодно могут сказать. Да, ценники, конечно, поражают, особенно на наш отечественного УАЗа и Лады, но и Нивы. Надеюсь, видео кому-нибудь было полезным. Актуальная информация на конец декабря 2021 года. Ладно, всем спасибо, удачи, оставайтесь на связи.